Это автомат «Морской бой». Да, любят его все, потому что здесь такой настоящий перископ. Очень похож на настоящий. И это такая единственная возможность почувствовать себя капитаном подводной лодки. Работает он от 15-копеечных монеток. Вот, сейчас я его запущу. Вот, он издает такие классные звуки. Посмотреть в перископ. Привет, меня зовут Ковалевский Игорь, я директор Музея советских игровых автоматов. Это был 2006 год, весна, позвонили в Таганский парк культуры и отдыха в городе Москве и спросили, есть ли там лишние автоматы, и да, там был один, и как раз выбрасывали на свалку. В тот момент стало понятно, что если их сейчас не забрать, то это просто куда не пропадет. И так постепенно коллекция стала расти и получился из этого музей. Всего автоматов около 80 видов. Но сейчас автоматов физически становится меньше. Мы их покупаем, по большей части, находим в интернете на различных онлайн-площадках, в социальных сетях. Друзья сообщают, что где-то видели. Вот. Ну и плюс мы регулярно занимаемся поиском. Здесь есть как машина времени. И взрослые люди становятся снова детьми.